Вот все, что делали наши партнеры, так их назовем, Соединенные Штаты, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории. Они это делали, вот наиболее такие жесткие и яркие вещи, без всякой санкции Совета Безопасности ООН. Вот Югославию бомбили. Под каким предлогом? Что санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия, где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто. Просто так и решили. А сателлиты за ними бежали сзади и подтявкивали. Вот и все международное право. А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма. А потом выяснилось, что ошиблись. Потом сказали, нас разведка подвела. Ничего себе. Страну, разрушили страну, разведка подвела. И все. И все объяснение. Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения. Никто не готовил. Наоборот, когда-то было все, как положено, уничтожили. А в Сирию как зашли? Что, санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают.